Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Нормально. А где шли, да? О, я еще никого не видела. Я уже занималась себе. Ты правда? Я еще ты не вижу. Почему не вижу? Ну, может, рановато пришли еще. Даже поспать не буду. Я пошла искать Веронику и Лешу, нигде их что-то нету, наверное, на репетиции. Тут кафе, никого пока нету. Любимого взгляда на соседнюю подушку, здоровья родных и любимых объятий. Вот это мое настоящее счастье. Вот в конце это мое. И думаешь, ну вот вроде как раз выпустился человек. А до этого, значит, и фу, слава Богу, мое настоящее счастье. Я все слова сказала, каждую буковку проговорила. Давай проще, без юбилея. Поздравляю, иначе, с днем рождения. Для каждого счастья. Сколько у тебя сыну лет? Этому 12. Этому? Считай, я уже забыла. Когда пошпионила, посмотрела. Там репетиция. Так, мне уже дали задание сходить за пирогом. Вот мне всегда говорят, девушка, вы что, оставили там свой телефон, его уже украдут? И все так, угу, да. Ника, пошли помогать. Should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I'm mentally undressed. Should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I'm mentally undressed. Should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I'm mentally undressed. Should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me, на ту и на другую сторону. Сейчас покажу вам как. Вот они, видите, идут модельки. Красавица. Я тоже там прям захотела походить. Покажу вам как.
девчонки репетируют. Все, для ее счастья, счастья семьи. Идет? Смотри, вот ты можешь чуть проще это сделать. Там, знаешь, как это? Поняла. Смотри, поняла, осознала, что она просто... Может, девчонки все стоят. Захотела чего-то больше. Быть образцом женственности и своей дочери. Вот так можно сказать. То есть, если ты все время запустишь на этой части, давай его... Вон, видите, какие девчонки. Модельки ходят, красавицы. Она захотела чего-то больше. И все. Туманчик такой. Ведь не просто. А туман, он такой, как это поддержка. Так понятно. Вот давай, молодна, что я? Да. Главное, мама это Урала. Не смотри, это не обязательно. Просто сейчас волнуешься, ты переживаешь. Я к тому, что если вдруг на сцене такая ситуация возникнет, заволновалась, запереживала, я тебя уверяю, никто не против, там, ну да, это бывает, что такая. Вот красивый такой. Это нормально, это, ну, как бы не красно. Можно обойти и сказать. Ну, девчонки все хотят на сцену. Все, нормально. Сначала? Нет, давай вот с момента, что у нее прекрасный муж вот с этого момента. Рядом надежный и сильный мужчина, который сделает вон все ланьки. Для счастья ее и счастья ее семьи. Но она вдруг осознала и поняла, что она хочет чего-то больше. Чтобы быть примером для своей дочери и образцом женственности. Чтобы уметь любить. Женская часть. Да. О, девчонки, хотела их сфотографировать, они убежали. А то мы не успеваем. Все хорошо, правда, все молодец. Да. Мне нам деньги 500 человек, поэтому давайте выбирай телефон. Слышно? Нет, не слышно. Бери ближе. Раз, раз. Тут у нас ближе. Артистки уже хотят на сцену скорее. Раз. Вот. Номер 7. Мне мама в детстве сказала, что жить надо ради мелочей. Жить ради рассвета в 5 утра и заката в 5 вечера. Жить ради дорожных путешествий. И смех от боли в животе. Я не вижу вообще счастливых. Не настолько... Эй! Почему? Мама сказала, жить надо ради ночи, рассвета. То есть не ажиотируй. Вот. Мне мама в детстве сказала, ради улыбок без повода. Ради блеска в глазах, жить ради тех людей, которые знают, что ты пьешь чай без сахара. Жить ради тех милых, сколько, сколько ты сможешь его заметить. Не кричи. Да, счастье. Вот смотри, на счастье же не кричат. Счастье, но... Счастье, оно в мелочах. Видела сегодня рассвет? Ты сможешь его заметить. Так бывает, и страдать вдруг надоедает, и по дороге счастья хочется идти. Как-то в жизни так бывает, что вести нам начинает, и тревоги остаются позади. Заводи мотор, крылья распускай. Верь в свою мечту, фокус направляй. Там, где есть добро, ждет тебя успех. Будь смелее ты и смотри наверх. Как-то в жизни так бывает, счастье две. Мечты вдруг оживают, так.
тишина, и совсем все не так слышно. Там прям шум, гам, тарарам. На сцене там звук поглощает, конечно. Тут вообще тихо.
Посмотрите на нашу поляну. Это вот я отдельно дома собиралась. Вероника с папой отдельно собирались. И вот что получилось. Если бы я знала, я бы вот это не брала, конечно. И колбаса. Надо ножик тут будет попросить. Пойдем, Ника, руки помоем. Все, Вероникины любимые бабки-ёжки. Все втроем, все в сборе. Здравствуйте. Ну вот уже скоро будет начало. Смотрите, красавицы все. Да. У тебя, смотри, бусинки. Вот здесь шарики, и там шарики. Они похожи. Как будто я ем эти шарики. Да. Иди туда, бабушка-ёшка. Моя звездочка. Васенька, не переживай, давай попробуем тебе быстро найти, а платье я тебе помогу сейчас. Да. Ну, после на корсете, его еще надо запорсетить. Угу. Успеть. Успеем все. А у меня вот такие. Сына бабушки. Это наши тети. Вот они катаются по выходу. Красивые. Так, дверь полностью закрыта. А после сцены девочек хочешь с собой. И платье будем надевать. Это вообще, говорю, где такое видано? Я бы... Сейчас я не буду, ей так красиво. Правда, Женька?
Ка, мама красавица. Чуть-чуть посидела, то потом ничего страшного. Я вот так. А мама папарацци, что мама все снимает. Нет? Нет. Что, какая красотища. Смотри, как одевает платье. Да, красота. Прелесть какая. Рабочее свое место. Как так можно? Ну, вот я и говорю. Можно не закрывать. О, такие эти тут кто-то. Да. Поняла. Важно водичку. Да, да. А помнишь, я стала лучшим тренером 2019 года в Москве. Меня наградили в 2020 году. Вот можно я тебя так сфоткаю? Такая красивая вообще. Я, короче говоря, написала это Нижникову. Все, я запечатлела. Это останется навсегда. Я написала Саловой. Я говорю, есть смысл в... Цвет красивый такой, да? Смотри, вон все вышли. Повыше. Друзья, согласитесь, это такой момент. Попробуй. Приготовились. Для этого есть песенка.